Найдите мне этого агента. Но так, чтобы об этом знали только 3 человека. Вы, я и он. Ты долго будешь врать мне, сволочь! Если ты будешь молчать, скотина, я себе шкуру спущу. Ну! Послушай меня внимательно, Румпи. Я не хочу твоей гибели. Я хочу помочь тебе. Но и ты должен мне помочь, слышишь? Я не понимаю, чего вы хотите. Я хочу, чтобы ты честно сказал мне, как ты очутился в тюремном госпитале. Ты здоровый человек, ну! У меня плохие анализы. Ты долго будешь врать мне, сволочь! Ну, кто? Я попросил врачей. Они сказали, что ты здоров, как лошадь. Ну, на тебя пахать можно. Кто? Кто? Это что за свинство? Прекратить безобразие. Вон отсюда! Должны его понять, Рунге. У него вчера при бомбежке погибла жена и 2 детей. Хотите сигарету? Спасибо. Спасибо. И не надо плакать. Не надо. Успокойтесь. Из-за чего он так на вас кричал? Вы не хотели сказать, что в госпиталь вас перевел Штирлиц? Вы чудак, Рунге. Вы чудак. Штирлиц же наш товарищ. Вы не хотели его подвести? Но вы не можете отвечать за поступки нашего человека. Он ведь сам предложил вам перейти в госпиталь. Да. Напишите, как это было, и будем считать инцидент исчерпанным. Сейчас вам принесут кофе. Вот ручка. Садитесь и пишите. И отправляйтесь спать. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Ну хорошо, он потек. Дай ему поспать 10 минут, потом буди и снова на допрос. Бей, чтоб выл, и спрашивай только одно. Что ему предлагал человек, который его допрашивал? Сейчас меня интересует именно этот вопрос. Надо из него выбить показания. Если не сегодня, то в ближайшие 2 дня. Простите, вы не поможете мне? А как вы сюда пришли? По лестнице. А у вас есть пропуск в наше помещение? Да. Вы знаете, что мы эвакуируемся?
Я вижу. Зайдите завтра. Завтра я буду занят. Пожалуйста, помогите мне сегодня. Смотря в чем. Мне нужен Мейверс 1857 года, лейпцигское издание. Нам нужно было бы обратиться к доктору Никельбергу. Но он в госпитале, в контузии. Жаль. Значит, мне никто не может помочь больше? Право, не знаю. Попробуйте обратиться к профессору Плешеру. Благодарю вас. Да. Добрый день. Добрый день. Добрый день, добрый. Господин? Штирлиц. Господин Штирлиц. Боже, как же я вас давно видел. А я вас видел недавно. Когда? Вы были. У меня к вам просьба. А, пожалуйста, вы были на похоронах. Простите, какая просьба? Мне нужен Мейверс, лейпцигское издание. О, это уникальное издание. Боюсь, что мы отправили его в то хранилище, которое оборудовано в горах. Ну, попробуем поискать. Вы хитрый человек. Просить меня Мейверса, это все, что мне у вас просить, тонну маргарина. Вы просто хотели повидать меня. Все-таки искусство греков чересчур гуманистично, расплывчато. Римляне жестче, видимо, они ближе нам, немцам. Недаром Муссолини считает Юлия Цезаря первым фашистом. Греков волнует человек, а римлян – идея и внутренняя логика. Да. Герой – объект для подражания. У него и дети должны играть. Нет? Почему вы молчите? А чего вы мне не возражаете? Вы ведь так не думаете. Ведь не любите могучие торсы и гордо посаженные тупоумные головы. Нет? Ведь у вас были неприятности. Неприятности? Если считать концлагерь неприятностью. Меня научили спорить лишь с теми, кому можно верить до конца. И я верил лишь одному человеку, брату. Как же можно жить, не веря никому? Как же вы живете? Живу. Живу. А вот я вам почему-то верю. Пожалуйста, в убежище. Собственно, зачем все это? Вы знаете, я успеваю только добежать до половины, всегда, до половины коридора. По-моему, уж лучше здесь. Рефлекс страха. Что поделаешь? Да, на чем мы с вами остановились? А, да, вот ваши книги. Вы сказали, что верите мне. Почему? Не знаю.
Информация к размышлению. Борман. Рейхслейтер. Заместитель фюрера по партии. Женат. Имеет 8 детей. Судим. Образование неполное, среднее. О Бормане, как и все в Рейхе, Штирлиц знал очень мало. Говорили, что он сидел в тюрьме за политическое убийство, а потом, то ли сбежав, то ли после амнистии, примкнул к гитлеровской партии. Он стал секретарем Гесса, единственного человека, который был на «ты» с фюрером. Став преемником Гесса, улетевшего в Англию, Борман санкционировал гестаповцам уничтожение всех своих друзей по совместной работе в партийной канцелярии. Он был по-прежнему незаметен, сторонился кинокамер, редко появлялся на торжественных приемах. Был подчеркнуто почтителен с Герингом, Геббельсом и Гиммлером. Он изменился лишь после того дня, когда фюрер назвал его своей тенью. Борман готовил конспекты наиболее важных политических речей Гитлера. Борман докладывал каждое утро о ситуациях в стране и за рубежом. Борман решал, примет фюрер Геббельса или откажет ему во встрече, пригласит Муссолини на обед или нет. Штирлиц, как и многие в аппарате СД, знал, что фюрер последние годы не принимает ни одного важного решения без консультации Бормана. Размышляя о Бормане, Штирлиц то и дело возвращался к тому единственно серьезному факту, который он получил, беседуя однажды с Шелленбергом. Тот сказал, пожимая руку рейхсфюреру, Борман копает ему яму. От этого человека можно ждать чего угодно. Штирлиц принял решение делать ставку на Бормана. Во-первых, потому что выяснил для себя позицию Гиммлера, предавшего фюрера фактом своих переговоров с Даллесом. А во-вторых, потому что больше ставить было не на кого. Ни Геринг, ни Геббельс реальной властью не обладали. Итак, тень Гитлера, Мартин Борман. Именно к этому человеку, Мартину Борману, с секретной почтой из СД под грифом «Совершенно секретно вскрыть лично» попало письмо следующего содержания. Портайгенос и Борман. За спиной фюрера известные мне люди начинают вести игру с представителями прогнивших западных демократий в Швеции и Швейцарии. Это делается во время тотальной войны. Это делается в дни, когда на полях сражений решается будущее мира. Являясь офицером СД, я смог бы информировать вас о некоторых подробностях этих предательских переговоров. Мне нужны гарантии, поскольку, попади это мое письмо в аппарат СД, я буду немедленно уничтожен. Именно поэтому я не подписываюсь. Я прошу вас, если мое сообщение вам представляется важным, приехать завтра к отелю Амноен Тор в 13:00. Преданный фюреру, член НСДАП. Канцелярия Слейтера Бормана слушает. Здравствуйте, господин Рибитроп. Рейх Слейтер принимает военных. Я соединю его через 10 минут.
Через 30. Что это, провокация, думал Борман? Вряд ли. Писал больной человек? Тоже нет. Это похоже на правду. Он думал позвонить шефу гестапо Мюллеру. Он знал, как Мюллер ему обязан. А если автор письма из гестапо? Если Мюллер тоже в этой игре? Крысы бегут с тонущего корабля. Все возможно. Во всяком случае, это может оказаться неубиенной картой против Гиммлера. Тогда я смогу, думал Борман, спокойно, без оглядки на этого негодяя, перевести все партийные средства на имена моих, а не его людей. Борман еще долго размышлял, но к определенному решению так и не пришел. Штирлиц ехал на встречу с Борманом. Он почему-то был уверен, что Борман придет. Когда им трудно, думал он, они становятся податливыми. Штирлиц сделал еще один контрольный круг. Хвост, если это был хвост, отстал. Здорово, дружище, пришел. Давно тебя не было, рад. Иди. Пей свое пиво, сегодня баварское есть. Прошу. На, читай последние новости. Сегодня хорошие новости. Пиво сюда. Опять кого-то черт принес. Война не война, как баварская по яйца, все тут как тут. На костылях идут, и там всю жизнь, каждый день. А, здорово, дружище. И надутый мыльный пузырь, Паул, вот что. Я вижу, тоже не похудел. Пришел, рад тебя видеть. Прошу. Иди, пей свое пиво. Сегодня баварское есть. А я больше люблю водку. Ничего. Пей пиво, не лопнешь. Пиво сюда.
хвост. Это был хвост. Если они снова прицепятся, значит, что-то случилось. Что могло случиться? Что могло случиться, снова спрашивал себя Штирлиц. Связи он не ждал. Отсюда провала быть не может. Старые дела. Им некогда управляться с новыми. Стоп. Эрвин. А что, если они нашли передатчик? Здравствуй, дружище. Он сделал ошибку. Он должен был сам обшарить все больницы. Вдруг они ранены. Да, он зря передоверился телефоном. Надо все проверить самому. И немедленно. Сегодня же. Хвоста не было. Штирлиц подумал, может, показалось. Может быть, это Шелленберг решил пощупать меня перед операцией со шлагом, а может, сдают нервы. Через этот парк он должен был пройти на другую улицу, к музею природоведения. Он шел через парк, который принадлежал клинике Шарите. И не знал, что именно в этой клинике сейчас находится Кэт. На этой площади у отеля Амноен Тор через час он должен был встретиться с Борманом. Он специально выбрал это место. Здесь все просматривалось как на ладони. На площади все было тихо и спокойно. Впрочем, подумал Штирлиц, они могли посадить своих людей в отеле. Если Борман сообщил Гиммлеру, так и будет сделано. А если нет, тогда люди Бормана будут шататься здесь, у входа, на противоположной стороне.
Штирлиц приходил сюда довольно часто. В управлении имперской безопасности было известно, что он своим агентам назначает встречи в музеях. Служитель, который работал тут многие годы и, конечно, был осведомителем, знал его в лицо. Это обстоятельство устраивало Штирлица. До встречи оставалось 20 минут. Именно сейчас к нему сюда должен был прийти агент Клаус. Он послал по его адресу шифровку сегодня утром через секретариат. Пожалуйста, срочная телеграмма. Я вызываю агента на 12:40. Ваши часы отстают на 2 минуты. Так как все знали, что он встречается с агентами в музеях, эта шифровка была бы оправданием, заинтересуйся кто-нибудь его появлением здесь. Вызвав Клауса, он преследовал 2 цели. Главную – алиби, если Борман скажет о письме Гиммлеру, а тот прикажет прочесать весь район и все здания. И второстепенную – еще раз подтвердить хотя бы и косвенно алиби в деле исчезнувшего Клауса. Что-то не связалось, как задумал Штирлиц. Борман не приехал. Может быть, Борман не получил письмо, думал Штирлиц, и поэтому не приехал. А Борман был на совещании у фюрера. Он и не собирался ехать к отелю Амноентор. Он очень хотел повидать человека, которому написал письмо, но решил не торопить события, подождать. Если это серьезно, то этот человек, полагал Борман, непременно снова проявит себя.
Спускайтесь аккуратнее. Проходите быстрее. Только не шумите. Тихо. В-192 Мюллеру. Совершенно секретно, напечатано в одном экземпляре. Владелец автомобиля Mercedes-Benz в 12:27 вошел в здание музея природоведения. Поскольку вы предупредили о высокой профессиональной подготовленности объекта наблюдения, я принял решение не вести его по музею одним или двумя посетителями. Мой агент Ильзе получила задание привести учеников для проведения урока в залах музея. Данные наблюдения Ильзе позволяют сообщить, что объект ни с кем из посторонних в контакт не входил. В-192. Мюллер слушает вас. Господина Мюллера приветствует господин Шелленберг. Или вас больше устраивает мистер? Меня больше всего устраивает обращение Мюллер. Категорично скромно и со вкусом. Я слушаю вас, дружище. Да, и в лоб. А то он уйдет, он как лис. Дружище, ко мне пришел Штирлиц. Вы его помните, да? Тем более. Он в определенной растерянности. Либо за ним следят преступники, а он живет один в лесу, либо ему сели на хвост ваши люди. Помогите мне, пожалуйста, разобраться в этом деле. Какой марки его автомобиль? Какой марки ваш автомобиль? Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Не закрывайте вы ладонью трубку. Пусть возьмет трубку Штирлиц. Вы что, ясновидящий? Хай, Гитлер. Добрый день, дружище. Скажите, номерной знак вашей машины случаем не 66-11-25? Именно так, группенфюрер. Где они сели вам на хвост? На Курфюрстендам? А оторвались вы от них на Ветераненштрассе? Именно так. Заметили их? Ну, а как вы думали? Я им голову посворачиваю. Тоже мне работа. Не волнуйтесь, Штирлиц. За вами шли не преступники. Живите спокойно в своем лесу. Это были наши люди. Они водят Мерседес, похожий на ваш, одного южноамериканца. Продолжайте жить, как жили, но если мне по отчаянию, спутав вас снова с южноамериканцами, донесут, что вы посещаете бар «Синяя борода» на Кудом, я покрывать вас не стану. А если мне надо там бывать по делам работы? Все равно. Если хотите назначать встречи своим людям в Клоаках, лучше ходите в Мехико. В Мехико? Спасибо. Это был хитрый кабак Мюллера. В нем работала контрразведка. Штирлиц знал это от Шелленберга. Был издан специальный циркуляр, запрещавший посещать этот кабак членам партии и военным. Поэтому наивные говоруны считали там себя в полнейшей безопасности, не предполагая, что каждый столик прослушивался гестапо. Угу. Тогда спасибо. Если вы мне даете санкцию, я буду назначать встречи своим людям именно в Мехико. Но когда меня возьмут за жабры, я к вам приду за помощью. Приходите, я всегда буду рад вас видеть, Хайль Гитлер. Штирлиц не очень поверил Мюллеру. Во всяком случае, вечером, отправляясь по важному делу, он вызвал служебную машину. Вернер Мюллеру. Совершенно секретно. Напечатано в одном экземпляре. Сегодня в 19:42 объект вызвал служебную машину Вандерер 95-61-83. Объект попросил шофера отвезти его к остановке Эсбана Миттельплац. Здесь он вышел из машины. Попытка обнаружить объект на других остановках оказалась безуспешной. Вернер.
никогда не думал, что буду скучать без вас. Я не знаю, кто вы по профессии. Знаю только, что вы друг покойного брата. Ну, знаете, мне всегда было с вами очень интересно, господин Штирлиц. Спасибо. Прошу. Вы тут не мерзнете? О, мерзну, до полнейшего окоченения. Ну, а что поделаешь? Кто теперь не мерзнет? Хотел бы я знать. Ну, в бункере у Гитлера очень жарко топит. Ну, это понятно. Фюрер должен жить в тепле. Разве можно сравнить наши заботы с его заботами и тревогами? Мы кто? Мы есть мы. Каждый в себе. А он должен думать обо всех немцах. Да будет вам профессор. Взбесившийся маньяк подставил головы миллионов под бомбы, а сам сидит как сволочь в безопасном месте и смотрит кинокартины вместе с своей бандой. Вы не находите? Так вот, ваш брат и мой друг был антифашистом, подпольщиком. Долгие годы он возглавлял группу сопротивления. Он помогал мне. Вы никогда не спрашивали о моей профессии. Я штандартенфюрер СС и работаю в разведке. Нет, нет, еще раз нет. Мой брат не мог быть провокатором. Я вам не верю. Он никогда не был провокатором, а я действительно работаю в разведке. Советской разведки. Вы хорошо помните почерк своего брата? Да, конечно. Это предсмертное письмо вашего брата ко мне. Спасибо тебе за все. Я многому научился у тебя. Я научился тому, как надо любить. И как надо во имя этой любви ненавидеть тех, кто несет народу Германии рабство. Плещнер. Это он так написал, опасаясь гестапо. Рабство немецкому народу, как вы сами понимаете, несут орды большевиков и армады американцев. Не так ли? А может быть, рабство вам принес Гитлер? Нацисты? Штирлиц пожалел, что он сказал все это. И пожалел, что он вообще пришел к несчастному старику со своим делом. Хотя почему мое дело, подумал он. Больше всего это их, немцев, дело, и, следовательно, его дело. Я делаю за них то, что они должны были делать сами. Я понимаю. Теперь я все понимаю. Вы можете целиком положиться на меня, но я уже сидел в концлагере. И должен предупредить вас, как только ударит меня плетью по ребрам, я могу не выдержать. Я знаю. Что вы испытали, когда я вам сказал о себе? Облегчение. Огромное облегчение. Тогда мы сварим кашу. Хорошую кашу. Что я должен сделать? Ничего. Жить. И в любую минуту быть готовым к тому, чтобы
сделает необходимое. Во имя кого? Германии. Кого? Германии. Я имею в виду Германию, но не Рейх. Согласитесь, между двумя этими понятиями огромная разница. Согласен. Италия. Запасной военный аэродром Больцано. Если вас собьют на войне, все может быть. Вы обязаны сжечь это письмо еще до того, как успеете отстегнуть лямки парашюта. Я не смогу сжечь письмо до того, как отстегну лямки парашюта. До того, что меня будет тащить по земле. Но первое, что я сделаю, отстегнув лямки, так это сожгу письмо. Хорошо, согласимся на этот вариант. Вот это письмо. Вы обязаны сжечь его даже в том случае, если вас подобьют над Рейхстагом. Были все основания опасаться. Попади его письмо в руки любого другого человека, кроме Гиммлера, и судьба его была бы решена. Через 7 часов письмо было распечатано Гиммлером. Дорогой рейхсфюрер, сразу же после того, как прилетел в Берн, и начал работать с агентурными материалами, собранными здесь на представительстве Алена Даллеса в Берне, я сделал главный вывод. Даллеса, так же как и нас, более всего беспокоит реальная перспектива создания в Северной Италии коммунистического правительства, что повлечет за собой образование коммунистического пояса через Тольятти к Марису Терезу во Франции. Только что я вернулся со встречи с представителями Даллеса, Геверницем и Гюсманом. Завтра, в четверг, 8 марта, состоится встреча с Даллесом. Берн. Особняк специального ведомства Соединенных Штатов Америки. Прекрасная контральт. Все-таки итальянские голоса лучшие в мире. Что? Я говорю, что у итальянцев особые голоса. То ли это от моря, притом теплого моря, в Германии море холодное, то ли это итальянское небо, мистика какая-то.
Эти часы, кажется, отстают. Нет, они верные. Да? Значит, торопятся мои. На 2 минуты. Не люблю ждать. А вы? Когда приходится... Отличный контральт. Отличный. Здравствуйте. Добрый день. Вы завтракали? Да, спасибо. Прошу вас. Ален Даллес, резидент управления стратегических служб США в Европе. Какой прекрасный день, не правда ли? Да, прекрасный. Сейчас должен прийти еще один наш сотрудник. И мы начнем беседу. Он будет через минуту. Генерал, вы отдаете себе отчет в том, что война проиграна Германией? Да. Я понимаю, что война Германии проиграна. Но стоит ли начинать наши переговоры с такого мучительного для меня немца Аутодафе? Вы понимаете, что деловой базой возможных переговоров может быть безоговорочная капитуляция? Понимаю. Я понимаю это. Если же вы, тем не менее, захотите говорить с нами от имени Гиммлера, то переговоры прервутся, не начавшись. Мистер Даллес вынужден будет откланяться. Я считаю, что продолжение борьбы – это преступление перед немецким народом и перед европейской культурой. Особенно сейчас, когда мы предприняли шаги для переговоров. Вы? Мы. Америка и Германия. Я готов предоставить в ваше распоряжение мою организацию. Это самая мощная организация в Германии. СС и СД. В ваше распоряжение, в распоряжение ваших союзников, для того, чтобы добиться окончания войны и не допустить создания коммунистических режимов и в Италии, и в Германии. Вероятно, прежде чем начать беседы со мной и пойти на открытие официальных переговоров, хотя они и секретны, вы установили для себя, что мое звание в Германии
Обергруппенфюрер СС. И моя должность — начальник личного штаба рейхсфюрера Гиммлера. Генерал, вы сказали, что передаете в наше распоряжение СС и СД. Значит ли это, что вы начнете борьбу с вермахтом, в частности, с фельдмаршалом Кессельрингом? Или фельдмаршал Кессельринг будет выполнять ваши предписания? Я понимаю вас. Я понимаю вас, мистер Геверниц. Но мне нужны ваши гарантии для того, чтобы я завтра мог начать беседы с фельдмаршалом Кессельрингом подробно и обстоятельно. Это резонно. Вы должны понять, что как только Кессельринг издаст приказ о капитуляции здесь, в Италии, где нам подчинено более 1,5 миллиона человек, немедленно начнется цепная реакция на других фронтах. Я имею в виду Западный фронт в Норвегии, в Дании, на западе Германии. На Восточном фронте, таким образом, борьба может продолжаться с нарастающей силой. Если я получу ваши гарантии, я готов взять на себя обязательство не допустить разрушения Италии. А это запланировано приказом фюрера. Мы получили приказ уничтожить все картинные галереи и памятники старины. Словом, сравнять с землей все то, что принадлежит истории человечества. Несмотря на личную опасность, я уже спас, спрятав в свои тайники картины из галерей Уффици, Патти, коллекцию монет короля Виктора Эммануила. Там Тициан, Эль Греко, там Боттичелли. Да, Эль Греко, Боттичелли. Сколько это может стоить по долларовому курсу? Они не имеют цены. Эти картины бесценны. Я готов иметь с вами дело, генерал Вольф. Но вы мне должны дать свои гарантии. Во-первых, вы не вступите в контакт ни с кем другим, кроме меня. Я думаю, это не надо повторять. Факт наших переговоров должен быть известен только тем, кто здесь присутствует, вам. Мне, вашему сотруднику и моим друзьям. Тогда мы не сможем заключить мир, мистер Даллес. Ибо вы пока еще не президент Соединенных Штатов Америки, а я пока еще не канцлер Германии. Скажите, Ален, мне сделать донесение президенту? Или это сделаете вы? Никакого донесения президента пока не будет.
Не отрывайтесь от дороги, Дюсман. Свалимся в пропасть, а это обидно. Война кончается. Выступать против линии президента? Впервые чувствую себя преступником. Впервые в жизни. А вы, Гюсман? Это может стоить нам головы. Может. Каждый день, каждый час и каждая минута может стоить нам головы. Мы сообщим об этом только нашему шефу Доновану. Посмотрим, какое он примет решение. Во всяком случае, единственная возможность спасти Европу от большевизма — это сделать перемирие с немцами. Быстро. Не откладывая это, не рассусоливая с политиками. А русские? Русские. Когда документ подписан, когда он входит в силу, тут уж можно говорить все, что угодно. Сделать ничего нельзя будет. Посмотрим. Главное в политике — это первый шаг, решимость, главное — твердость и ясность цели. Остальное нам простит будущее. Сегодня, 8 марта, войска 53-й армии 2-го Украинского фронта в Чехословакии освободили город Банска-Штявница. Войска 3-го Украинского фронта продолжали отражать атаки крупных сил, танков и пехоты противника в районе озера Балатон. В боях в районе озера Балатон командир отделения 1288-го стрелкового полка 113-й стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта гвардии сержант Смышляев подорвал танк противника и погиб смертью героя. В боях в районе озера Балатон командир орудия 239-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 113-й стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта младший сержант Нелюбин подорвал танк противника и погиб смертью героя. Сегодня опубликовано постановление ЦК ВКПБ о Международном женском дне 8 марта. Отмечая огромную роль советских женщин в Великой Отечественной войне, ЦК ВКПБ выразил уверенность в том, что новыми подвигами в тылу и на фронте они приблизят час нашей окончательной победы. Сегодня также опубликовано сообщение, что на 1 февраля 1945 года Президиум Верховного Совета СССР наградил орденами и медалями 72 196 женщин-воинов Красной Армии. 44 женщинам-воинам присвоено звание Героя Советского Союза. Войска 2-го Белорусского фронта успешно развивают наступление на Данциг. Считай, что я вас уже простил. Проходите, пожалуйста. Сейчас я там зажгу свет. Что-нибудь случилось? Случилось. Thank you.
Спасибо.